еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команды гостей. Расстановка обещает много борьбы в середине поля. Абсолютно верно. Ну и фланги сегодня должны работать как следует. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Он накручивает соперников одного за другим. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде. Еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команды гостей. Расстановка обещает много борьбы в середине поля. Абсолютно верно. Ну и фланги сегодня должны работать как следует. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Он накручивает соперников одного за другим. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде. Еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команды гостей. Расстановка обещает много борьбы в середине поля. Абсолютно верно. Ну и фланги сегодня должны работать как следует. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Он накручивает соперников одного за другим. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде. Еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команды гостей. Расстановка обещает много борьбы в середине поля. Абсолютно верно. Ну и фланги сегодня должны работать как следует. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Он накручивает соперников одного за другим. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде. Еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро. Вот в таком составе сегодня Лацио будет играть. Рискует команда, выставляя всего трех защитников.
Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команды гостей. Расстановка обещает много борьбы в середине поля. Абсолютно верно. Ну и фланги сегодня должны работать как следует.